знаю, что порой кажется, что мы на 100% разные люди. Но у нас есть главное, что нас объединяет. Мы оба очень любим меня. И тут родилась Линочка. Все были просто в восторге. Наш папа был в восторге. И вот когда он возвращался с работы, он только заходит в дом и сразу такой: «Ой, мои девчонки, они дома, он счастлив безмерно». А вот я сама пока держала и кормила Линочку на ручках, я думала только об одном. Да, Господи, продлись, вот это очарование, момент. Мне не хотелось, чтобы время слишком быстро текло, и вот результат, да, оно прям утекло. Сквозь пальцы я его не заметила. Ну, в общем, за вас, мои дорогие. Да. Когда я первый раз тебя увидела, я подумала: ну ладно, зато не пешком добираться до Шиловки. Потом мы долетели за 20 минут от Адлерского вокзала до Шиловки, и я подумала, лучше бы я шла пешком. Потом мы поехали кататься на сноубордах. Я встала на него первый раз и думала, лучше бы я 10 раз с ним доехала до Шиловки. А потом я ехала домой в Ласточке и улыбалась всю дорогу, потому что точно знала, что это не конец. И, скорее всего, мне придется ездить с тобой очень долго, всю жизнь. Еще впереди, но я обещаю, что я всегда буду съедать все роллы с некрасивой рыбой, вставать с тобой в 7 утра и ложиться в 10 вечера. Хочу сказать спасибо нашим друзьям, которые нас познакомили. Спасибо вам большое. Не хочу многое тебе обещать, я просто буду поступками доказывать это. Я очень тебя сильно люблю. Можно сказать еще очень много, но есть одна фраза, которая выразит все мое отношение к тебе. Ты мое все, я твое все. J'en peux plus, la vodka, j'en veux plus. Tes conseils, j'en veux pas. Nique tes merdes, fais déjà. Готовы ли вы искренне заботиться друг о друге? Является ли ваше решение стать супругами ответственным, адекватным, ну и, конечно же, осознанным? Да. Porter mes frères, yo. C'est tout ce que j'aimerais faire, mais je crois que tout ça j'arrive pas. Давайте encore un pote qui joue sur sa mère, mais qui sait même pas. Мужем и... T'es ta meuf, t'as pas les couilles, tu lui dis pas. Lâche ton terre, tout ça t'arrive pas. C'est pas contre toi, mais je préfère m'en aller. Ce qu'on met, je t'ai bien dans tes bras. Je sais pas pourquoi je préfère toutes les filles d'à côté. Même quand elles sont moins fraîches que toi. À tous ces trucs qui m'éloignent de toi. Sa mère la ligne, hein. Que sa mère la ligne, hein. Que sa mère la ligne, la ligne, hein. Je préfère m'en aller. Je t'avais donné de la main. Pensez, hein. Pensez, hein.
твоя уверенность сейчас, вот она воплощается в этого потрясающего, невероятного мужчину. А твоя? И вот эта вот максимальная настроенность на то, чтобы она будет с тобой, то же самое воплотилась в жизнь. Ну, в обычной жизни получается... Не всегда получается говорить кому-то там «я тебя люблю» или «как люди нам важны». И, наверное, такие мероприятия нужны больше именно для этого, чтобы сказать близким людям, что мы их любим, мы ими дорожим, и мы им очень благодарны за все. Я пыталась это именно это вам сказать. Я хочу сказать спасибо моему мужу, потому что он мужественно соглашался со всем. Пока мы готовились к этой свадьбе. Я надеюсь, я тебя не подвела, и тебе все понравилось.